gato. Muchas veces te quiero cruzar. Потому что скоро в школу. Последний месяц, да, это правда. Но в интернете сейчас продаются такие крутые рюкзаки. Ой, я совсем забыла. Вы на канале сестры и подружки. Надо дело таскать мешки в руке. Или рюкзаки. Или носить тяжелые рюкзаки. Ничего страшного. Это мы сейчас уладим. Я вам сейчас покажу самый крутой на свете рюкзак. Поехали. У него здесь стягивается эта штука, чтобы носить было легче. А дальше, смотрите, сейчас все покажу и объясню. Здесь есть такой кармашек. Вот он. А такой большой, что сюда влезет трамплинал. Вот он. И это я готовлюсь ко второму классу. Портфель очень классный. Это мой любимый портфель в моей жизни. Самый лучший, точнее. Дальше сейчас я вам покажу внутри. Кармашек. Вот. Крутой внутренний карман. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть обязательно влажные, впитывающие влагу пакетики. Здесь мы просто бросаем сюда, чтобы не впускали влагу. Вот такой вот обычный отдел. Вот здесь маленький отдел и здесь. И тут же тетрадок. Показываю дальше. Внутренний кармашек. Ну, вот такой вот. Смотрите. Сюда можно положить эту сеточку ключика на замочке. Дальше. Вот здесь вот есть кармашек. Вот здесь вот. И вот эти маленькие, это тоже кармашки. Так, это я показала. Смотрите, что здесь еще есть. Кармашек сбоку, сюда влезет. Это легко телефончик. Такой кармашек, и здесь этот... А, ладно, потом скажу. А здесь сеточка. А с другой стороны я повесила зайчика. Вот. Милашку. У меня котик ободрался. Это я у своей подруги в гостях в Ангелине. Ну, вы смотрели сказку про принцессу Софию и принцессу Эльзу. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Вот, и вот такой кармашек есть. Еще один такой же. Последний кармашек, он мой самый любимый. Вот он. Почему, сейчас вы увидите. Смотрите, там-да-да-дам. Это же мини-холодильник. Точнее, мини-термос. Смотрите, сюда можно ложить бутерброды. Сейчас я вам покажу светоотражатели. Обязательно. Они должны быть на любом рюкзаке, если вы, тем более, второклассник.
потому что возвращаетесь вечером. Вот, смотри. Отражатель есть еще и на мешке, но я их покажу потом. Смотрите. Вот они. Серые полосочки – это светоотражатели. Вот. Вот, вот эта бабочка – это светоотражатель. С другой стороны – это тоже светоотражатель. Спинка здесь ортопедическая, что очень удобно и мягко. А дальше самое крутое – это мешок. Смотрите на него. Это светоотражатель. Вот здесь вот есть такой мешок, где можно носить как сумочка мешочек. Это очень круто. Не надо его таскать в руках. Еще. Здесь есть кармашек передний, где можно что-то положить. У меня сейчас там лежит сменка. Так. И вот такой кармашек, где внутрь можно положить сменку. А в передний можно футболочку положить. Ну, самое-самое крутое это то, что здесь есть коечек. А? Здесь я взяла сюда одну штучку. С другой стороны одну штучку. Так. И снизу две штучки. И снизу еще штучки. Наверное, вы тоже захотите такой рюкзачок, что очень круто. Потому что... Смотрите, что у него есть. К нему пристегивается мешок. Да-да, ребята, вы не ослышались. К нему пристегивается мешок. Вы тоже, наверное, захотели такой портфель. Вот. Сейчас утро, поэтому я такая лохматая. Вот. И смотри. А я передаю приветики. Только сегодня привет будет одному каналу. И моим подружкам одновременно, с которым мы дружим уже давно. Канал Милана и Татьяна. Милана, Таня, если вы смотрите сейчас мой канал, привет вам! Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте подписаться. Нажимайте вот здесь или вот здесь красную кнопочку подписаться. А также не забывайте нажимать на колокольчик. Не волнуйтесь. Это будет не что-то, что вы боитесь, а то, что вы должны будете на него нажать, и будут вам приходить уведомления. А вот теперь вот я и могу сказать, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А также смотрите мои другие новые видео. Пока!